Саратовская юридическая академия может закрыть два филиала. ВУЗ попал в число университетов, которым Министерство образования России рекомендовало прекратить прием абитуриентов в двух филиалах. Где еще могут ликвидировать учебные заведения? В обзорном материале программы. Тотальная ликвидация. Под реорганизацию может попасть 160 филиалов российских вузов. 50% в списке занимают отделения технических университетов. Ликвидация начнется в 2016 году. Как пояснили чиновники, закроют те филиалы, деятельность которых признали неэффективной. Уже сегодня Министерство образования рекомендует вузам прекратить прием абитуриентов в те отделения, которые попали в список реорганизации. Саратовская юридическая академия может лишиться Смоленского и Северо-Кавказского филиала. А государственные депутаты тем временем решили приравнять школьных учителей к представителям власти. Народные избранники готовят поправки к закону об образовании, которые позволят защитить педагогов от оскорблений и насмешек. За применение насилия или публичное оскорбление взрослым будет грозить штраф или исправительные работы на срок от 6 месяцев до года. Детей же за нарушения планируют исключать из школ. Очередные поправки могут быть внесены в Семейный кодекс. Минюст России разработал законопроект, предполагающий запрет на регистрацию детей, рожденных за пределами медицинских учреждений. Это связано с тем, что в последнее время участились случаи мошенничества с целью получения материнского капитала. Сегодня для регистрации новорожденного нужно заявление свидетеля родов. В Минюсте считают, что регистрировать на таких основаниях нужно только в труднодоступных или малонаселенных местностях, перечень которых разработают отдельно.